Всем привет, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на своем канале, и с вами Виторган 177. Сегодня у нас с вами будет на обзоре мод автопогрузчик АП4045 для версии игры 0.3.16. Скачал я данный мод с сайта ST Mods, но вы также сможете скачать этот мод, еще увидев ссылку под описание и в моей группе Виторган 177 SkinTires. Что интересного мы увидим в данном моде? Здесь присутствует описание. Значит, ребят, это у нас автопогрузчик, как я, в принципе, уже сказал. Высота подъема 7 метров, вес груза 5 тонн, имеет свой звук и вид из кабины. Сейчас мы это с вами все проверим. Авторы мода Илья и Д. Александрович. Вот, ну как-то вот так вот. Вот, ну, честно говоря, да, меня, безусловно, пленила внешность данного погрузчика. Погрузчик просто смотрится великолепно, очень красиво. Это именно тот погрузчик, который в давние советские времена погрузил, так скажем, на различные грузы куда угодно. То есть автомобиль, на самом деле, вот этот погрузчик очень хорош в плане своей грузоподъемности. Это далеко не те кары, которые сейчас разъезжают на каких-то промзонах, вот эти вот мысипуськи. Они не столь функциональны, как это. То есть, ну, возможно, каждому свое. Конечно, сейчас и есть и огромные погрузчики, которые способны поднимать большое количество груза, большого веса. Вот. Но вот этот, он, ну, блин, ну, офигенен вообще. Вот просто, я считаю, обалденный погрузчик. Вот. Аналогичный, не такой же, но аналогичный, ездит по территории, по той территории, на которой я работаю сейчас. Вот, то есть, знаете, тоже катаются там, где я работаю, в территории вот эти маленькие, да, и вот этот здоровый такой погрузчик советских времен, вот, если что-то нужно там по работе поднять, какой-то груз, вот, тяжелый, то, естественно, мы никакие вот эти вот маленькие погрузчики мы не просим. Мы просим вот этот погрузчик, тот, что со времен СССР. Вот, ну и, собственно говоря, здесь практически то же самое и перед нами. Вот, я думаю, относительно функционала, конечно, здесь несколько все сомнительно, я имею в виду функционал в данной игре. Вот, а так, в принципе, вот за саму модельку 5 с плюсом однозначно, потому что ну, хотя бы потому, что за неповторимость 5 с плюсом. Но до этого никогда я погрузчиков еще в SkinTires не встречал. Возможно, что-то и было, знаете, даже что-то есть на памяти. По-моему, даже какое-то видео я смотрел. Вот, но вот такой модельки не было. Просто вот однозначно 5 с плюсом за модель. Вот, ну и давайте посмотрим, на что у нас этот автомобиль способен. Сразу же мы его завидим. Вроде бы, знаете, изначально как будто заводится как ЗИЛ, а потом звук двигателя немножко меняется. Но вот сейчас, где вот я работаю, еще раз повторюсь, да, по территории ездит погрузчик. Там у него что-то изначально двигатель стоял от 130-го ЗИЛа, сейчас стоит там что-то от какого-то газона. Вот, то есть двигатель поменяли. Какой здесь двигатель стоит, честно говоря, я не знаю. В интернет я тоже не обращался, к сожалению, не знаю, какие вообще двигатели устанавливаются на данной погрузчике. Но что звук свой, это факт. Что звук подходит ему, это тоже факт. То есть все достаточно здесь гармонично. Вот, ну и смотрим, собственно говоря, функционал, ребят. Давайте начнем с двери, а потом перейдем непосредственно к самому интересному. Давайте, door left, это у нас открывается левая дверь. Вот. Потом door right, открывается правая дверь. И смотрим теперь самое интересное, то действительно на что способен данный погрузчик. Movie loader. Первым делом нажимаем, значит, функционал приводится в действие за счет букв RT. Нажимаем T. Значит, это дело у нас поднимается, эти вилы, да. Вот, нажимаем R, они опускаются. Это вот они ездят вот по одной плоскости. Но переключив на Movie Lifter, у нас поднимается еще одно телескопическое колено.
Вот, и теперь у нас получается вот еще выше, да? И плюс еще rotation, да, вот этот у нас есть, присутствует угол наклона. Вот, присутствует угол наклона. Ну, безусловно, я сейчас проверю весь функционал, да, ребята, попробую подъехать к грузовику и поднять его, не знаю, получится ли это у нас или нет. Дверки закроем. Даже не знаю, есть ли смысл ездить на нем по полигону. Ну вот, то, что, ну, спрыть и проходимости, я, честно говоря, от него не жду. Дифференциал здесь все время заблокирован. Вот, так что, ну, не знаю, относительно проходимости. Давайте хотя бы по лужам, что ли, поездим. Так, ну давайте начнем с минимума. Давайте попробуем УАЗик вздернуть. Да, проблематично им управлять, ребят, на кочках он. Давайте подъедем к УАЗику. Ой-о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 й, не надо врезаться. Попробуем насадить его на эти вилы. Промеж колес заехать. Так, получилось заехать. Пробуем поднять. Та-да-дам-дам-да-дам-дам. Там-да-дам-дам-дам-да-дам. Прикольно. Вот, я нашел функционал для данного погрузчика. И можно смело переворачивать машины. Стоит? Нет, интересно. Не, наверное, на колеса упадет. Не, стоит, смотрите. Я приземлился. Так, давайте попробуем К700 поднять. Так, пробуем К700. Подкатываемся потихонечку. Полигонечку. Господи, ну началось, началось уже все. Понеслись всякие смс-ки. Так. Надо поближе подъехать. Ой, чуть это у меня дергается-то. Не дергайся. Сейчас все будет зашибись. Так, нажимаем Т. Ать-ать-ать-ать-ать-ать-ать-ать. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Не, наверное, не поднимет. Чересчур это для него, конечно, безусловно. Хотя, смотрите, ребят, он поднял его. Обалдеть. Ну, вообще просто вот это просто надо заскринить по-любому. По-любому надо заскринить, ребят. Так, ну, давайте опускаемся. Супер, опустились. Ну, в принципе, я не знаю, что еще попробовать им поднять, если только что 7310 попробуют. Это, конечно, наверное, будет чересчур для него. Ну, давайте попробуем. Он там в конце стоит, самом 7310. Да, конечно, по ухабистым дорогам на нем ездить несколько проблематично. Кстати, я еще аддоны не смотрел на нем. Ой, я застрял, ребят. Прикиньте. Может быть, из-за того, что я зацепился этой ботвой, лыжами. А, да, точно, смотрите, как надо повыше немножко поднимать. Не, поехал, нормуль. Не, прикольно. Мне нравятся, знаете, такие своеобразные автомобили в игре Spin Tires. Ну, вот что-то такое необычное, чего не встретишь, так скажем, каждый день. Вот, знаете, это такой, так скажем, расслабон для мозга. Покататься вот так вот. Ой, ну вообще, ну этого он уже не шевелит прям даже. Прямо если пошевелился, то прям совсем чуть-чуть. Давайте еще раз. Прикольно, это выдвигается. А, во, поехал. Ой. Что-то не пойму. Не хочет он выезжать, по-моему.
Не, максимум, смотрите, ребят, это максимум, на что сподобился он поднять 73-10. Дальше даже вилы просто отказываются подниматься. Мощности не хватает. Ну, оно, в принципе, и понятно, да, это чрезмерно много для... Давайте попробуем еще Урал 43-20 поднять. Так. Сейчас подкатимся под Урал. А так внешне, конечно, очень классно выполнен вот этот погрузчик. Текстурки смотрятся великолепно. Очень красиво. Далеко не каждый день увидишь в Спинтайресе погрузчик. Ой, что-то я не туда колеса поворачиваю. Ой-ой-ой. Немножко блуданул. Ну давай, не застревай. Блин. Не получается заехать под него. Здесь яма. Ему несколько проблематично в этой яме ехать. Так, выворачиваем колеса. Давай, и заедь под него. Ну, блин, я хотел по-другому немножко. Так, газ в пол сейчас будет. Ой, не надо мне бревна грузить сюда, по-любому. Потому что они сюда никуда и не погрузятся, я даже на это и не смотрю, что со мной такое сегодня. Ну почему я не могу подъехать нормально к нему? Надо было краску поднимать тут более ровно. Вот зациклился я на Урале и буду теперь мучиться полдня. Ладно, давайте вот так будем поднимать. Ну, по идее, он должен поднять его. Ать, ать, тоже попу отрывается, смотрите. А, ну поднял, поднял, молодец. Интересно, а поедет он? Вот, пожалуйста, ребят, он еще и ехать может. Смотрите, давай, давай, пихай его. Пихай, говорю. Ой-ой-ой, нас сейчас Урал зашибет. Не, Урал зашибся, а мы нет. Классно. Так, аддоны-то есть вообще какие-нибудь? Маячки, ребят, у нас есть, кстати говоря. Вот про аддоны я забыл совсем. Маячки тоже неотъемлемая часть на погрузчике, на самом деле. Как минимум один, это точно. Присутствует вид из кабины. Вот, пожалуйста. Присутствует, ребята, анимация руля. Смотрите, анимированы рычаги. Они вот, смотрите, дрыгаются. Класс. Ну, сделано шикарно, конечно. Ничего не скажешь. Очень хороший, удачный мод, на мой взгляд. Ну, давайте попробуем немножечко проехаться по полигону. А может, лучше по асфальту проедемся? Мне кажется, по асфальту это, наверное, будет более правильно. Че, у меня гараж? Так, давайте доедем, попытаемся доехать до асфальта на повышенный. Перейдешь, вау, поехал, смотрите, прет как зверюга просто, можно сказать. Опять все не лезет больше, не идет, не хочет. Давай, доехали. Доехали мы с вами до асфальта. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, по асфальту можно и прокатиться, на самом деле. Сейчас давайте опущу все это дело. Уж как-то чересчур сильно закрывает все обзор. Вот так вот, поехали. Включим состояние. Будем думать, что он разгонится у нас где-то примерно для 100 сотни. Может быть, даже чуть больше. Ну, почти. Почти 100. Без малого. 8 километров. 8 километров в час. Это пока что максимум, что я увидел. Не, ну я не, безусловно, я шучу. Да, я думаю, надеюсь, что вы все поняли. Вот, относительно 100 километров в час. Хотя есть такие люди, знаете, которые... Помнится, мне снимал обзор на мастерской Спинтайрес. Был этот
Короче, охапка бревен была на колесах АК-700. Вот, и я решил снять обзор на него, на эту охапку бревен, и начал рассказывать об этом моде, как будто передо мной на самом деле какой-то самый лучший мод, наверное, скинтайров. И что вы думаете? Мне начали писать люди. Ну а ты чё? Да у тебя там звук наложился. Да ты там рассказываешь не про тот мод. И как же так такое, блин? Да блин, ты чё, я не видел, что ты это записываешь? Там у тебя чё, крыша поехала? Блин, короче, да, вот бывают такие люди, которые вообще юмора не понимают абсолютно. Не дружат, что называется, с юмором с детства. О, 22 километра в час, ребят. 22 километра в час. 23, 24. 25 даже. Ёшкин кот, вот это да. Вот что-что от него я не ожидал такого. Ова. А урон-то у нас вообще на него наносится, я не понимаю. Что-то не вижу я. Еще ни одной единицы урона мы с вами не получили за весь обзор. Не, ну моделька прикольная на самом деле. Мне, честно говоря, моделька очень нравится. Причем данный обзор я записываю по рекомендации. Мне написали сообщение, да, мол, там то, что погрузчик, там все дела. Вот. Отчасти даже, наверное, не планировал записывать обзор. Что-то как-то я сразу изначально упустил его. Этот мод занят был. Вот, а потом думаю, блин, ну поздно теперь, уже все поиграли, все наигрались. Чего я принимаю, смогу рассказать, когда и так уже все посмотрели. Ну а потом думаю, ради своего же интереса, да, почему я должен упускать такой шанс кататься на таком автомобиле? Мне кажется, очень удачный мод. Спасибо большое авторам за данную модель. Ну и на этом я, пожалуй, ребят, закончу свой обзор. Я думаю, все, что можно было продемонстрировать в данном моде, я продемонстрировал. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте. Питарган 177 Spin Tires. А скачать вы этот мод сможете, еще раз напомню, на сайте STMods, в моей группе и увидев ссылку под видео. Всем спасибо и всем пока.